Андрій, три факти про тебе. Перше. Андрій дуже добре розбирається в зламі автомобілів та їх прошивки. Він зламав їх дуже багато. Факт номер два. Він їздить на велосипеді. Він не їздить на автомобілі. І третій факт. Якби всі викладачі університетів ставилися до своїх лекцій так, як Андрій, світ був би значно-значно кращий. Тому ж запрошую на сцену Андрій. Андрій, запрошуємо. Давай, згідно. Всем привет! Галерка! Приходите к нам на доклад, будет весело, зажжем! В прошлом году мы с Сашей давали доклад о кархакинге как вводный. В этом году мы решили сделать нечто иное. Мы поняли, что далеко не каждый ощущает в себе силы того, насколько это просто. И сегодня цель, которую ставим мы перед докладом, перед результатом от доклада, это вселить уверенность в каждого пентестера, в каждого практика, в том, что у него есть достаточно сил, достаточно знаний, скиллов, для того, чтобы попробовать что-то поковырять в автомобиле. И, конечно, немножко расскажем о том, как на этом как заинтересоваться в этой сфере. Сами по себе мы не занимаемся кархакингом. И что такое кархакинг, я расскажу даже чуть позже. А с Сашей мы в силу наших интересов занимаемся образовательной деятельностью и немножко создаем продукты для автомотив рынка. И именно там, вот в той вот компании, которая для автомотива, нам приходится ковыряться в автомобилях. И вот этот опыт, который мы накопили за более 4 лет ковыряния в разных тачках, участия в разных ивентах, связанных с кархакингом, общения с ребятами с индустрии, это то, что послужило контентом для сегодняшнего доклада. Автомобиль. Мы его представляем как единый продукт. На самом деле его делают очень много разных компаний. Автомобиль — своего рода икона, которая встает частью нашей жизни. И если мы поговорим о том, что мы с вами делаем каждый день, независимо от того, есть у нас кризис в стране, война, либо еще что-то, то вы увидите, что независимо от обстоятельств, каждый день вы будете кушать. Каждый день вы будете передвигаться. Каждый день вы будете отдыхать, спать и дальше повторять все это по циклу. И автомобиль является, по сути, частью, неотъемлемой частью жизни, передвижения. И безопасность в нем, как и в любом из этих пунктов, для нас превыше всего. Именно поэтому мотивироваться ковырянием в автомобиле, а вы увидите, насколько это, ну, такая достаточно пыльная, грязная работенка, вы можете, используя вот 4 пункта. Первый, вы можете мотивироваться тем, что вы делаете лучше всему миру. Вы делаете мир лучше, потому что передвигаться будет безопаснее с каждым днем. На этом можно заработать. Люди платят за то, чтобы быть в безопасности. Именно поэтому у каждого из нас дома есть дверной замок. Именно поэтому мы ставим сигнализации автомобильные, у нас офисы под сигнализациями и дальше. Мы готовы за это платить. Само существование страховых компаний основано на том, что мы готовы переплачивать за безопасность. Хотя если вы посчитаете экономику страховых компаний, это то же самое, что играть в казино. Шансы те же. Это слава. Если вы взломали автомобиль, если вы сумели заставить его, там, не знаю, повернуть налево на шоссе удаленно с ноутбука, то об этом узнает весь мир. И о вас в частности. И, конечно, это риск. Вы представляете себе, вы сидите внутри автомобиля, что-то клацаете на ноутбуке, и если у вас получилось, то автомобиль уезжает в кювет. Это риск. Для многих это то, что заряжает. Еще очень важно, что сам по себе кархакинг — это не обязательно угон автомобиля, либо его поломка, хотя мы об этом тоже сегодня поговорим. Это в первую очередь поиск какого-то нестандартного поведения.
И в большинстве случаев это поведение может быть просто безобидным. Открылись двери, опустились стокоподъемники, что-то мигнуло, что-то крякнуло. Но иногда это может быть боль, слезы, унижение и, к сожалению, не всегда автопроизводителей. Наверное, именно поэтому, когда вы будете сравнивать или сравниваете, оцениваете пентест и поиск уязвимостей в веб-продуктах, мобильных продуктах, вы нигде не увидите такого респонса от рынка, как в автомотиве. Ну просто потому, что взломав Wi-Fi соседа, либо взломав, там, я не знаю, лампочку Philips, вы не нанесете такого ущерба для жизни, как взломав автомобиль, который повернул в кювет. И вот то выражение, та фраза, которую я показывал в прошлом году, что если тебе на почту прилетает имейл и говорят, все твои автомобили повернут налево, либо плати 2 ярда денег, воодушевляет. Что говорят нам компании? Как взламывают автомобили и что там происходит? Взламывают серверы. Как вы увидите, автопроизводители достаточно хреновенько разбираются в том, как работает IT-сфера. Имеется в виду, что для них вход в IT, в там создание IT-продуктов программных, это новинка. Они привыкли продавать шестеренки, привыкли продавать автомобили. Поэтому в большей части все программные продукты, которые вы видите, которые так или иначе связаны с автомобилем, разрабатывались не автомотив-компаниями, а какими-то небольшими стартапами, которые в итоге были поглощены либо сотрудничают с автомотив-производителем. И все, что идет дальше, это, по сути, процентное соотношение того, как насколько легко и непринужденно можно попасть в кишки автомобиля и что-то с ним сделать. Другая часть, чем может быть заинтересован злоумышленник? Они заинтересованы, как вы видите, очевидно, в удаленном управлении. Это самое страшное, что может быть с автомобилем. Угон автомобиля. От этого никто не может защититься. На самом деле это тяжело как-то связать с тем же кархакингом как таковым. Утечка данных, трекинг, локейшн, фрод, манипуляция с системами автомобиля. Например, там тормозной системы EBS, либо это могут быть, например, оптимизация топливной карты, да, чтобы больше лошадок выжать с двигателя. Это может быть обход ограничений всяких там Евро-5, Евро-7. Но давайте же поговорим конкретно, а что же такого находят в этих автомобилях? Основной мой месседж, который пойдет дальше, каждый из вас так или иначе может повторить подобные исследования, подобные манипуляции с автомобилями, которые его окружают. Просто начните это делать. Поехали. Разобьем эти все кейсы на несколько доменов. Первый — это физический доступ, когда вы можете подойти к автомобилю и что-то с ним сделать. На первый взгляд это может показаться самое примитивное, но я вам покажу, насколько это интересно. Мобильное приложение, архитектура. Архитектурно автомобили появились давно. И инкрементно к ним добавляются все новые connectivity-фичи, все новые возможности, которые так или иначе не подходят в существующую архитектуру. Удаленный взлом через infotainment-систему. Driver assistance системы, которые позволяют в полуавтоматическом режиме вести автомобиль по шоссе, например, либо даже по дорогам общего назначения в городе. И, конечно, несколько кейсов, которые смешивают все эти домены воедино. Физический доступ, как первый из них, это в первую очередь физический угон автомобиля. Что может быть, я не знаю, более понятно для обывателя, чем просто взять и угнать автомобиль. Причем сразу вам скажу, современные автомобили, которые напичканы иммобилайзерами, сигналками, GPS, GSM, там, трекингом, отправкой и прочим, легко джемятся, глушатся, грузятся в тягач и увозятся на комплектующие, либо еще на что-то. Не так важно. Более того, машина сама по себе — это большая, дорогая штука. И она состоит из компонентов, которые тоже дорогие. И эти компоненты иногда легко можно угнать. Самый первый из них, который вы, наверное, встречали — фары Porsche Cayenne. Это скриншот, это не видео, ждать не надо, что сейчас чувак таки дотащит эту фару из автомобиля. Странно, что только 7000 просмотров. Но, выходя из офиса, мы регулярно видим что-то подобное.
Да, встречали, да, все так кивающие, говорят, да, знаю эту тачку. Кто-то говорит, блин, моя ж тачка. Номеров не видно, не парьтесь. Это было давно. Сейчас еще интереснее. Зеркала снимают. Причем вы можете думать, что это Киев. Предыдущая фотка сделана в Киеве. У нас, конечно, ребята работают оперативнее. 27 августа 2018 года у нас началась охота на Бэхи. А тут я вот смотрю 4 мая 2019 года. Да, этот чувак обновляет презентацию. 4 мая 2019 года снимают зеркала с разных Toyota, Audi, Porsche, Mercedes, Lexus, BMW. Как вы думаете, сколько стоит это зеркало? Штука баксов, 200 баксов. Кто еще? 300. 3000. Итак, кто? 1,5-2 штуки баксов за зеркала. В них встроены камеры, ребята. Договоримся. Почему это важно? Вы можете подумать, что это только у нас. Лондон. Чувак посреди бела дня на домкрате поднял Prius и достал оттуда катализатор. Это видео, да? Оп, достал, грозится. Сейчас он посмотрит на вас. Он мешает тебе ехать. Смотрит на тебя, говорит, да-да, я тебя вижу. Закрыл дверку нормально и уезжает. Белый день. Стоимость катализатора? Ну, цены, господа. 500, еще. 120. 2000. 800. О, понятно, молодец, шаришь. Да, 700-800 баксов в зависимости от пробега. Это Лондон, я специально выбирал, ребята, это даже не у нас еще. К нам еще не докатилось. Идем дальше. Сидим мы как-то, чилимся с моим партнером, а он мне такой говорит, ты знаешь, у меня была проблема. Говорю, в чем? Говорит, Volvo у меня XC60. Говорю, и что? Классная тачка. Он говорит, ты знаешь, у них есть Haldex. Это штука, ну, технология и набор как бы железок электроники, который реализует полный привод. Говорит, ты знаешь, у них есть бага. Очень легко этот блок управления можно достать между задних колес. Говорит, я прихожу как-то утром, завожу машину, такое ощущение, как будто подменили. Устала, говорит, ехать не хочет, передние только два колесика, все как елочка мигает. Короче, чуваку это обошлось 1,5-2 тысячи баксов. Это порядка, ну короче, в гривнах это 62 тысячи гривен, этот блок. И 2,5 часа перепрошивки всех остальных блоков, потому что они запейрены друг на друга. Кстати, если говорили о запейренности, фары Porsche Cayenne, они тоже запейрены с конкретным автомобилем. Вы не можете просто взять их и поставить на другой. Поэтому что? Правильно, нужно пойти на рынок и найти там свои фары и выкупить их. Это дешевле, чем идти к официалам. Тут рынок сбалансирован. Да? Украли номер, оставили бумажечку, позвони сюда. Все, спасибо за обращение в наш сервис, больше красть ваши номера не будем. Интересная история. Один мой друг, который предоставляет свою машину нам регулярно на кархакинг, Ford Mondeo, ездит на молдавских номерах. Но знаете, в чем проблема? Он молдаванин. Но у него регулярно пытаются эти номера свинтить, потому что думают, что на бляхах катается. Он говорит, я на бляхах катался еще до того, как это было в тренде. Это важно. Так вот, Haldex. Казалось бы, что может быть более тупое, чем тупо выдирание куска автомобиля? И вы будете абсолютно правы. Каждый с этим сможет справиться. Юрис, не улыбайся так на меня, я с подозрением на это сразу смотрю. Как руководство к действию, да, воспринимаешь. Так вот, что интересно. Эти все куски, которые выдираются, иногда, как вот те зеркала, подключены к внутренним сетям автомобиля. Что это означает? Что если вы найдете какой-то блок, который подключен к той же CAN-сети, аккуратненько его достанете оттуда, либо отключите, подключитесь туда с помощью своего, там, я не знаю, девайса, и на секундочку, волей случая так случилось, что у вас сзади на бейджи есть место под распайку клемника и кан-трансивера, чтобы ваш девайс мог подключиться к кан-сети автомобиля. Вообще не понимаю, кто бы до этого мог додуматься, извращенцы, так бейдж портить. Так вот. Подключив свой бейдж, подключив какой-то девайс, ноутбук к автомобилю через эти разъемы, вы можете начать отправлять туда CAN-фреймы, данные. Я не буду на этом останавливаться, это тема отдельного доклада. Но в целом вы можете открыть, например, двери,
Вы можете попытаться перепрошить какие-то блоки управления. Вы можете даже man in the middle поставить какой-то девайс, который будет искривлять данные от тех или иных сенсоров. Пример таких вещей. Golf MK7. Сюда же подходит ваговская группа, Suzuki, Porsche, Honda. Используется бошевский сенсор, который используется для этого адаптивного круиз-контроля. То есть это радар, который считает, есть ли машина впереди, и поддерживает скорость так, чтобы на шоссе вам не нужно было притормаживать. Ну, короче, умный круиз-контроль. Давайте так. Но знаете что? Он наружу выставлен. Два болтика. Открыл, смотришь, а там клемничек красивый. Подключаешься к клемнику, и ты уже в кан-сети. Отправляешь несколько фреймов, машина открылась. Похожих вещей хватает. До этого там в 10-х годах еще там у Мазды была штука, что ты под крыло автомобиля залазишь, и там идут витая пара коншины, куда можно подключиться. Но вот дальше теперь интересно. Сколько здесь пентестеров мобильных приложений? Ребята, поднимите руки. О-о-о. То есть можно пропускать, да, слайды? Не палимся, не палимся. Тихо, чувак, вообще дикий. Мобильное приложение. Оказывается, иногда для того, чтобы поехать, переместиться с точки А в точку Б, вам уже нужен телефон и мобильное приложение. Каршеринг, приложение тех же BMW, там кто еще, Fiat Chrysler, General Motors. Для управления вашим автомобилем. Что с ними может пойти не так? 15-й год. Вы можете с помощью небольшого девайса, на самом деле это Wi-Fi точка доступа, на которую коннектится автомобиль либо ваш смартфон, перехватить креденшалы для управления автомобилем. Почему? HTTPS используется, но без проверки сертификатов. Чтобы вы понимали, наш бейдж невозможно было запрограммировать так, чтобы ты по HTTPS ходил и не проверял сертификат. Для тех, кто не понял, HTTPS в этих приложениях служит только для того, чтобы быстрее разрядить ваш аккумулятор. Окей, что дальше? Это же 15-й год. Что-то должно улучшиться. 16-й год. Nissan Leaf. Умный разработчик подумал, а нахрена нам пользователя напрягать паролями? Мы можем взять VIN-номер, который написан просто под лобовым стеклом автомобиля, либо на кузове, и использовать его в качестве токена для управления автомобилем. Что может пойти не так? Пойдем дальше. 2019 год. Сейчас, недавно. Несколько крупных компаний по продаже своих сигнализаций были оповещены об уязвимости, которая связана с реализацией их API. Ребята из Pentest Partners обнаружили, что в их API вы можете подставлять, ну просто меняя, скажем так, логин и оставляя при этом токен доступа, вы можете изменять пароли, кого хотите. IDOR классический. К чему это приводит? Зная чей-то логин, берешь, меняешь его пароль, заходишь в приложение, точнее логинишься и управляешь автомобилем. Февраль 2019 года. Что? Февраль. 19-го, нет. Февраль уже был, Андрюха. Не волнуйся, я не хотел тебя шокировать со сцены, но все окей, да? Нормально? Все? Да. Февраль был 19-го, все хорошо. OBD-девайсы, которые вставляются в разъем автомобиля. Почему это важно? Это те трехкопеечные девайсы, которые вот вы можете вставить и продиагностировать, все ли хорошо с вашим автомобилем. В чем проблема? Они все с Bluetooth, у них у всех дефолтный пин, который вы никогда не узнаете, 1, 2, 3, 4. И они имеют возможность отправки кастомных конфреймов. Проще говоря, если вы находитесь, кто-то находится рядом, подключается к этому девайсу, он может сформировать конфреймы и отправить их по Bluetooth прямо вот внутрь тачки. Известно, фиг знает когда, написал, что это еще Марк Аврелий был в курсе. Веб-атаки. Здесь интереснее. Все, что мы с вами до этого обсудили, так или иначе общается с бэкэндом. Зачем он нам нужен? Это и private key, public key infrastructure, secure boot, исходники, бэкдоры разные тоже. Например, для диагностики, как вы увидите. Отдельно еще посмеемся.
И много лакомых кусочков, в том числе вот и для удаленного управления автомобилем. Там, так же, как и в обычных IT-решениях, присутствуют Dev, QA, Staging среды. На каждой из них работает разной адекватности DevOps. В продакшене это в основном матерые бойцы, а вот Dev и QA не всегда обслуживаются теми же матерыми бойцами. Поэтому что? Такие серваки более уязвимы. А теперь в чем проблема? Через DNS enumeration или прочие аналогичные тулзовины вы можете найти вот эти серваки и попытаться найти там уязвимости. Это, в принципе, подход, который применим для большинства вообще IT-решений. Да, я думаю, для тех, кто в теме, это ничего нового. Но здесь все усугубляется тем, что для большинства автомотив-производителей это не их естественная среда. Они на этом, например, не зарабатывают напрямую. Понимаете, где продажи автомобилей, а где бэкэнд для мобильного приложения. Воркшоп-мануалы. Помните то, что мы говорили? Вот они там, распиновка сенсора, вот эти сенсоры наружу, вот эти прокладка коншины. Это все можно купить за 20-50 баксов подписки на воркшоп-мануалы. Либо же найти их на их серваках, выкачать. Ну и точнее, и, конечно же, API, который мы до этого обсудили, который не всегда хорошо проверен с точки зрения безопасности. Поговорим об архитектуре. Автомобили появились давно. Кстати, у кого-то есть сейчас лошадь? Нет, ну не с собой, не обязательно, но просто как средство передвижения. Да? Смешно. Вот скоро приблизительно так же вы будете смеяться, когда вас со сцены будут спрашивать, а у вас есть автомобиль? Так вот, автомобили появились давно. Сейчас разработчики внутренних вот сетей, компонентов предлагают очень красивые блок-схемы, где рассказывают, что вот у нас будет центральный гейтвей, к нему мы подключаем диагностический разъем, к нему же мы подключаем модуль телематики, подключаем там внешние коннективити все, все будем фаерволить, фильтровать, обрезать, а внутри еще и посегментируем всю эту сеть. В чем проблема? В том, что это заимплементировано далеко не так и далеко не работает не так, как указано, к сожалению. Например, когда вы хотите установить сигналку и хотите, чтобы она удаленно открывала-закрывала двери, вам могут сказать, а вы знаете, или там даже запускать двигатель, что очень важно, запускать двигатель, сигналка. Вам на СТО могут сказать, а ты знаешь, у тебя стоит иммобилайзер очень крутой, мы не знаем, как его обойти. Поэтому давай мы возьмем один из твоих KeyFob-ключей, ребята говорят, да, у меня в машине такое стоит. Вставляют вот эту штуку, вот сюда вставляется ключ от вашего автомобиля и где-то зашивается под торпедой внутри машины. Как вам такое? Еще раз. Ключ для открытия автомобиля, для того, чтобы его завести, прячется внутри машины. Да. 8 баксов. У нас это очень популярно, кстати, эти сигналки и это решение. Но и в другом есть проблема. Те же иммобилайзеры, которые призваны защитить, не дать поехать автомобилю, если где-то находится там рядом ключ, если не находится, точнее, ключ, имеют уязвимости, связанные с тем, что там не выключены отладочные разъемы. Почему? Так легче поставщикам, которые все эти компоненты собирают воедино, перепрошивают, обслуживают. Там очень слабенькие алгоритмы, которые авторизуют доступ к внутренним сетям. А все секреты, там будь то пароли, либо ключи, хранятся не зашифрованно в большинстве своем, тупо во флеше, в прошивке самих этих девайсов. И используя привычные вам, уважаемые реверсеры, инструменты типа IDE, гидры, радара, вы можете сдампить эту прошивку, расковырять ее, изучить те или иные архитектуры, которые там используются, и восстановить, так сказать, забытый алгоритм Challenge Response. И так появляются целые сайты, которые предоставляют услуги по починке, замены, обхода иммобилайзеров. Следующая штука. Radio Frequency Hub. То есть мы имеем ключ, брелок, которым открываем-закрываем автомобиль. Где находится модуль, который принимает эти данные? Вы бы, наверное, сказали, ну, мсье Андрей, наверное, он находится где-то, вот здесь вот в Secure Gateway, где-то здесь вот там вот защищенный от всех, потому что это же внешний доступ, да, сервис наружу, надо фаерволить. Нет.
вот находится прямо там вот внутри, где powertrain и vehicle dynamic системы. Почему? Он же запускает автомобиль, да, я говорю сейчас о топовых автомобилях, где можно стартануть машину, там прогреть ее. Ему нужно управлять электроникой, которая ключевая там по работе с двигателем. Поэтому его впиливают туда. К чему это приводит? К тому, что вы можете там во время езды автомобиля, наверное, все видели этот, вряд ли видели, но, короче, суть такая. Едет машина, выезжает джип. Чувак там на ноутбуке нажимает кнопочку, останавливает машину. Я не знаю, фейк это или нет, но если это не фейк, то один из возможных вариантов реализации такой штуки — это просто заджемить сигнал этого кейфоба. И машина просто, если она стоит, она заглушится, остановится. Как будто этот брелок выбросили наружу. Это, кстати, требование в Америке, что машина не должна завестись и поехать, если вот этот кейфоб вывалился наружу, чтобы не было ситуации, когда вы открыли дверь, сели в машину, из кармана вывалились ключи, и вы уехали, забыв их на парковке. Остальные атаки вам должны быть знакомы. Из интересного, Tesla прошлый год или там в летом 2017 года, ребята хакнули 40-битный ключ шифрования, точнее, цифр 40-битный Теслы. Почему это значимо, почему это интересно? Когда нам с Сашкой довелось пообщаться с одним из архитекторов вот, RF-части автомобиля, он говорил приблизительно следующее. Если вы можете взломать ключи, окей, ваших 5 знаков чек уже лежит на столе. Но просто то, что вы сейчас скажете, этот алгоритм либо этот ключ уязвим, не канает. Поэтому назовите мне, пожалуйста, ребята, какой минимальный размер ключа, давайте AES, допустим к продакшн применению. 256. Окей. Здесь мы имеем сколько? 40 бит. И даже на эти 40 бит нам понадобилось ого-го сколько времени, ну не нам, имею в виду как исследователям, а людям, да, вот исследователям, понадобилось очень много времени, чтобы довести это до продакшн, ну, proof of concept эксплуатации. Что дальше? Да не нужно ничего даже взламывать. В 2016 году было обнаружено, что 100 миллионов ваговских автомобилей открываются всего лишь 4 криптографическими ключами. Зачем имитировать больше? 4 штуки хватит на всех. Подобные проблемы были и с другими. Ford, Nissan, Mitsubishi, Chevrolet. 2019 год. Это, по-моему, май 2019 года. Да. Ford F-150 и Raptor открывается с помощью дешевого SDR-приблуды. Программно определяемое радио. Это буквально вот, не знаю сколько, вот 2 недели назад появилась новость. К чему я это подвожу? RF-хаб находится в безопасной части CAN-сети. Попав через него внутрь, вы, по сути, управляете автомобилем. И уязвимости там находятся по сей день. In-vehicle infotainment система. Штука, которая нас призвана развлекать и помогать нам во время езды. Почему-то считается, что ее нужно запаковать просто всеми connectivity, которыми только можно, забыть оттуда выпилить всякие драйвера типа а-ля USB, Ethernet, оставить открытые сервисы на портах, внутри и запущенных на всех интерфейсах, впилить туда допотопный браузер, через который можно получить remote code execution внутри этой системы, а из нее уже попасть внутрь канбас. Где это использовалось? В марте Теслу запаунили так, через уязвимость браузера. Там использовался этот Qt WebKit. Чуть раньше, в 2018 году, через Wi-Fi инфотеймент-системы пробивались на запущенный сервис в ней, и с него remote code execution уже внутри инфотеймент-системы, и с нее уже выход в канбас. Это ваговская группа Golf LTE и Audi A3 Sportback и Tron. И раньше каноничная Чарли Миллер и Валасек в 2014 году показали нам, как они провернули подобное абсолютно удаленно через сеть мобильного оператора, ломая Jeep Grand Cherokee и управляя им. По поводу Теслы. Как, есть ребята, которые не восхищаются Теслой либо Маском. Да? Ну, давайте разделим Теслой. Есть, да?
Ну, я сразу хочу сказать, я не хочу вот здесь какой-то хейт либо дискуссию вносить, просто давайте пройдемся по фактам, ну, чтобы это не было там так однозначно либо неоднозначно звучало. В 16-17 году внутри Теслы крутился старый Qt WebKit, через который можно было, известной уязвимости еще 13 года, попасть в контекст браузера, откуда дальше выпрыгнуть через эскалацию привилегий в рута внутри инфотеймент-системы, а оттуда уже разбежаться через Secured Gateway куда только хотите. Какие основные проблемы? В том Secured Gateway, то есть firewall, который должен разделять разные системы друг с другом, оказывается, были бэкдоры, захардкодженные пароли. Бэкдор, когда ты отправляешь пару байт на определенный порт, и он такой говорит: оп, все, хорошо, теперь давай, можно слать чего куда хочешь, куда угодно. С диагностической целью это было сделано. На самом деле. А перепрошивка этого Secure Gateway, знаете, как выполнялась? Вы файлик boot-image кладете на его SD-карточку. Он его подхватывает, когда ребутается, и прошивается. Целостность, подпись не проверяется вообще. Пацаны быстро зафиксили, запретили писать файлы boot-image в корень SD-карты. Но знаете что? Если вы напишете пробел boot-image, прошивается. Помните, я говорил challenge-response алгоритм? То есть когда вы хотите таки продиагностировать вашу машину, вам как-то нужно пробиться через этот гейтвей и достучаться до электроники, которая расположена за ней. Перепрошить ее, например, или там просто снять какие-то коды ошибок. Вот так выглядит сид и ключ, который по нему высчитывается у Теслы. Чтобы здесь вы понимали, просто числа там, от 1 до 16, а здесь у нас ксорится с константой. Все. Реверсеры есть? Сколько вам времени с ассемблера нужно будет вот это отреверсить? Молчок. Ясно. Что? Stack Overflow. Wi-Fi нет, да? Пойдем дальше. ADAS системы. Когда вокруг автомобиля еще запичкано куча разных сенсоров, датчиков, которые скармливают эту инфу во внутренние системы автомобиля. Они являются тоже путем проникновения и позволяют имплементить еще более интересные и изощренные атаки. Например, вы можете нарисовать несколько квадратиков, прямоугольничков на дороге и заставить Теслу перестроиться навстречку в определенных условиях. Почему? Потому что там у нас внутри Теслы и в большинстве подобных систем крутится небольшая техническая ошибка. Крутится нейронка, которая постоянно парсит полученные эти данные. И есть возможность, внеся небольшие изменения в картинку, кардинально изменить результат, то, что увидит эта нейронка. Это то, где я люблю говорить, да, что то, что мы сегодня называем искусственный интеллект, на самом деле не более, чем перемножение матриц. Это не распознавание на уровне там, человеческих глаз. Этой штуке необходимо 10 тысяч картинок, чтобы начать отличать далматинца от унитаза. Человеку не нужно это. Он сразу распознает. Поэтому мы получаем вот такие результаты, такие вещи. Так, ребята, кто-то зафиксит? О, спасибо. Что дальше? В Евросоюзе планируется введение целого ряда дополнительных средств, которые обезопасивают в первую очередь пассажиров внутри и пешеходов снаружи. Некоторые мои друзья сразу выразили желание проверить сенсор-датчик уровня алкоголя на Integer Overflow. Что это означает? У нас вокруг автомобиля в обязательном порядке будет появляться все больше систем. И что очень важно, автопроизводители вынуждены это ставить. То есть не то, что они разработали и говорят: эгегей, наконец-то мы хотим это внедрить. Что это означает? Наверное, там все будет, не все будет хорошо с безопасностью и реализацией. Несколько вещей, на которыми мы лично у себя сейчас в лаборатории работаем. Первое из них — мы начали изучать работу 4G сетей. В последнее время появились платы, появились инструменты, доступные каждому из нас,
которые позволяют вам развернуть маленького сотового оператора. И все это делается на базе open source. Почему это важно? Вы можете начать фазить беспроводные протоколы. В первую очередь 4G. Почему это важно? Внутри модема вашего iPhone, вашего Android-девайса, любого девайса, есть модем, в котором крутится своя операционная система, которая разрабатывалась не Apple, не Google, а, скорее всего, Qualcomm. И там есть уязвимости. И найдя уязвимость в работе того же 4G, вы получаете remote code execution практически во всех этих модемах. А там нет у нас ни рандомизации адресного пространства, ни non-execution bit. А если есть, то вряд ли там кто-то заморачивался их выставлять. Не настолько безопасность дошла, как все железки в целом. Мы не первые, кто к этому пришли. И когда у нас появились первые плоды, мы уже наткнулись на публикацию ребят с Кореи, которые сказали, что они нашли, по-моему, 36 или 26 уязвимостей до этапа еще авторизации в сети. То есть у нас, если вы видите, ну не у нас, у кого-то, чья эта фотография сделана, есть сим-карты белые с ключами, и телефон авторизуется в чьей-то сети. Кто-то ее назвал TechMaker.ua, без понятия. Что это означает? Что мы можем уже фазить и протокол после авторизации. Что с этим происходит? Как поведут себя автомобили? Непонятно. Но они пока только рассчитывают на еще более новые радиоинтерфейсы. Они рассчитывают взаимодействовать друг с другом. Они рассчитывают взаимодействовать с окружающими девайсами. Вот это vehicle-to-vehicle, vehicle-to-environment. Пойдем дальше. Рано или поздно ребята такие додумаются, что нужно защищать микроконтроллеры. Точнее, не додумаются, я прошу прощения, они все об этом прекрасно знают. Ребята дойдут к тому, что им дадут средства, финансовое время на реализацию правильных методов защиты, прошивок, микроконтроллеров. И тогда вам пригодятся сайд-ченнел атаки. И оборудование для этого также уже есть в нашей лаборатории. Более того, даже кусочки его попритаскивал, чтобы показать те, кто меня за рукав схватит после доклада. И что очень важно, оно доступно практически каждому по цене. Вот все вот это и что там еще за кадром, это порядка $1200. Вы дольше провозитесь, правда, с экспортными регуляциями с Америки. Наверное, все. Я думаю, что показал вам очень много разных уязвимостей, разных кейсов, и вы найдете что-то, что может вас заинтересовать. Попробуйте свои силы. Это интересно. И как минимум то, что вы делаете с десктопными компьютерами, с серваками, очень хорошо ложится и используется в кархакинге. У меня на том все. Давайте пойдем ваших вопросов. Дякую за такую крутую доповедь. Давайте будем задавать запитання. Бежу. Спасибо за доклад. Очень интересно, много новых векторов и тем. Такой вопрос. В DevConовском чате относительно недавно была дискуссия на тему кархакинга. Возможно, скорее всего, ты в ней принимал участие. Этот автор, ну, специалист рассказывал, как все плохо у кого-то, у тех. И на вопрос о том, а какую машину ты бы посоветовал с точки зрения security, ответ был такой. Я бы купил себе 3-тонную дуру, которая бы да, в случае… Да, это я и писал, да. Вот. То есть ты как специалист все-таки выберешь безопасность более физическую… если можно, еще этот. Да. Больше физическую безопасность, чем безопасность… В плане защиты от хакинга. Я вот специально под эту тему даже слайд подготовил. Если я вас так напугал, что все машины плохие и скоро как бы нам всем конец, то это не так, ребят. Абсолютно верно, что сейчас, когда автомобили, когда коннективити в автомобилях не настолько прогрессировало, не настолько там вот проникло в наши жизни, основная опасность — это просто то, что это движущийся объект массивный, и физика процесса такова, что наши кожаные мешки с мясом и костями не рассчитаны на принятие большой кинетической энергии за малый промежуток времени.
И действительно, как бы с точки зрения безопасности, здравого смысла, сегодня для того, чтобы уменьшить риски свои на дорогах, тебе нужно просто большую здоровенную тачку, да, чтобы вот этот вот момент кинетической передачи кинетической энергии был как можно более размазан и не начинал. Но эта тачка может свернуть в кювет. А вот сюда, как бы я показывал, да, что есть все-таки остались места, где можно чувствовать себя абсолютно комфортно, и вокруг нет ни одной машины. Типа, вот там можно почилиться, расслабиться, отдохнуть от этой всей. Спасибо. Дякую за запитання. Ще є запитання? Рука. Так, іду. Спасибо, очень интересная презентация. А скажите, пожалуйста, по 4G, если можно, про какие устройства вы говорили или то, что появляется для тестирования доступно в вашей лаборатории? Устройства, которые появляются, я здесь, он еще не ушел, он еще отвечает. Устройства, которые появляются на рынке, это разного рода SDR-девайсы, программно определяемое радио. И сегодня нам с вами доступны для использования и для покупки SDR-девайсы, которые реализуют 2x2 MIMO с шириной канала, то есть фильтра, порядка 50 МГц или даже там больше, и частотой сэмплирования порядка 67 мегасэмплов в секунду, если кому-то это сейчас о чем-то говорит. Это, проще говоря, с помощью этого девайса вы можете заимплементить протокол любой, начиная там от, я не знаю, RFID-меток. Это на радиоинтерфейсе? Что? На радиоинтерфейсе. Радиоинтерфейс, да. Вы можете, начиная там от радиометок, от каких-то базовых вещей, и заканчивая все, что там вплоть до 2,4 ГГц, а здесь таки до 6 ГГц спектр, который позволяет анализировать, изучать и имплементить. И дальше задача просто в том, как реализовать программную обработку, либо программно-аппаратную обработку на этих платах и на компьютере. Спасибо. Спасибо. Еще поднимайте руку, если есть вопрос. Нет вопросов. Хорошо. Андрій, велика частина твоєї презентації містить фотографії твої власні, які зробив ти, так? Які? Ще раз фотографії? Твої власні фотографії, які зробив ти. Так. Ця фотографія, це хтось з вас? Перший раз її бачу. Окей. Я думаю, в кулуарах ти зможеш розказати трохи більше про те, що ви робите і як ви хакаєте великі машини. Домовились. Дякую, Андрію. Спасибо.